Привет, давай посмотрим, что в недавнем времени, в ближайшем времени ты теряешь и обретаешь для себя. Теряешь? Теряешь ощущение бедности, безресурсности, что у тебя что-то не получается, что у тебя что-то даже нет смысла мечтать, не получится, нет на это денег, нет сил, желания, еще чего-то. Так было раньше, это было по каким-то причинам справедливо, но сейчас дается некий шанс. Что за шанс? Шанс на любовь, на симпатию, на такое отношение в жизни, когда ресурсы видятся, находятся, берутся. Но опять подтверждение, что какой-то правильный выбор, может быть буквально для кого-то любовь. Но здесь вы просто для себя делаете выбор, ресурс, красоту обнаруживать во всем. Даже в том, что завершилось, умерло, не получилось, вы видите в этом для себя опыт, мудрость, знание, красоту, опять же. Да, здесь не с точки зрения грусти. Вы можете, в принципе, к какому-то завершению относиться так очень эмоционально, любовно, милосердно, смотря о чем здесь речь. Но, в принципе, вам это нравится, вы для себя извлекаете в этом хорошее. Здесь нет такой грусти и печали, что вот что-то развалилось, это плохо. Наоборот, как будто это вас выводит в лучшее. От страданий отказываетесь, да, чтобы не было все прекрасно. А что обретает? Шанс такой огненный, скорее всего, быстрый. То есть он сейчас проигрывается, уже происходит. Кто-то уходит, убегает, либо вы, либо от вас, но для вас это шанс. Для смотрящего человека, скорее всего, женщина, сидящая на сундуках, да, и просто везде, которая ловит, получает ресурс, какие-то возможности, которых раньше, ну, не могла увидеть, да? А здесь просто вот она вылетает из сундука с сокровищами. Она сама сокровище. Вокруг нее огромное количество этих драгоценностей. Просто бери, лови, используй с умом. Здесь прям конкретно семья, любовь. Либо какое-то дело через семью, через любовь. Через такие чистые, светлые, наполненные теплом энергии. Это обретаете, уходя от страданий. В переживаниях смысла нет. А вот в том, чтобы находить для себя ресурс во всем, да. Что еще обретаете? Знания. То есть, знаете, как с одного уровня поднимаетесь, уходите, потому что вы там достигли потолка. Поднимаетесь выше, да, на уровень выше, но там вы, соответственно, начинаете с пола этот уровень, да, надеюсь, понятно объяснила. Как будто бы с нуля. Вроде бы какие-то знания, какая-то мудрость есть, но такое ощущение, что здесь вы прям все с нуля начинаете, что-то другое, что-то новое. Опять десятка. А там была вот десятка пентаклей рядом с любовью, да, с любовным отношением к людям, к жизни. А здесь десятка кубков. Это конкретно про эмоции. Когда вот наполнены вот вы этими теплыми, какими-то родными эмоциями. Семья, как будто вы вот нашли что-то свое. Свои люди, семья, какой-то свой коллектив теплый, да, есть с кем поговорить. Можете друг друга поддержать, обнять, просто обволакивать этим теплом. Это очень круто. Сохраняйте и приумножайте в своей жизни эти чудесные энергии.